О, где я? Что происходит? О, черт, связаны руки. Так, мне нужно место, где приземлиться. Давай, развязывайся. Так, сейчас самое главное – посадка. Привет тебе, мой маленький хейтер на ваших экранах, Лиза Кувалда, и это новый сезон выживания в скам. В этом сезоне мы с вами попробуем сбежать с этого чертового острова на самолете. Единственное, что нам необходимо с вами, это, конечно же, угнать самолет, выжить и улететь отсюда. Итак, Лиза у нас сосредоточена, настроена на победу и на выживание. Подожди, а куда мы побежали? Нам нужно быстро камушки какие-нибудь найти и что-нибудь интересное скрафтить. Хотя бы, чтобы у нас был нож. Потому что, ну, это основа выживания любого выживальщика. Так, ну мы непосредственно отправляемся с вами в бухту. Вот, будем там смотреть, лутаться. Первое что-то нам хотя бы нужно с вами найти. Возможно, при идеальном раскладе это был бы пистолет. При неидеальном хотя бы, ну я не знаю, кувалду. Почему бы нет, потому что Лиза у нас кувалда. Я там что-то слышу, завод торпедо. Завод торпедо и Лиза кувалда. Нам нужно что-то с вами налутать, хотя бы какой-то рюкзачок, чтобы у нас был. Вот, возможно, какое-то оружие, хотя бы минимальное. Давай посмотрим. Так, М9 магазин. Это все хорошо, но у нас с вами... Так, 45-е патроны. Тоже замечательно. Так, это один, да. Это как будто бы один у нас. Нам нужен какой-то рюкзак. Хотя бы маленький, школьный, минимальный магазин для СВД. Здрасте, приехали. Так, ну сервер у нас богат. Богат на лут. О-по-пом. Я даже пистолет нашел. Так, барышня, ты будешь моей первой. Заводчанка ты моя. Иди сюда. У меня уже есть нож. Я думаю, я с тобой справлюсь. Какая ты жирная. Давай, уже отправляйся. Отправляйся в последний путь, потому что ты и так здесь задержалась. Ух, вот это макияж, конечно, не. Ну, возможно, это женщина бухгалтерии. Так, ладно, все, остальное мы с вами трогать не будем. Давай посмотрим что-нибудь по одежде. Тактические перчатки, шикарно, забираем. Так, армейская рубашка, тоже забираем. Так, а в этом у нас что-то было, надо посмотреть. Магазин, да, был? Ну, давай магазин пока будем перекладывать. Так, что у нас есть здесь? Нам бы штаны какие-нибудь нужны, армейская рубашка. Ну, вот это, мне кажется, будет поинтересней, правильно? Да, но магазин мы пока все равно заберем. Так, у нас есть еще камаши... О, смотри какая. Это что-то из новенького, это что-то интересненькое. Я, наверное, его даже оставлю. Но мне как-то больше, чем рубашка нравится. Так, перчатки у нас есть. Армейская рубашка, а эту я сверху одеть не смогу, да? Да, ну ладно, подожди. Тогда мы заберем эту, чтобы у нас было в цвет, а там будем разбираться. Так, вот эти ящики. Нам бы штанишки. Я желаю штанишек. Так, томатный соус тоже заберем, потому что по пропитанию я пока не знаю, что и как у нас будет. Так, ой, МРЕшечка и берушки. Так, давайте мы, наверное, МРЕшку сразу съедим. Ну, чтобы нам было вкусненько. Да, чтобы на долгое время нам как бы хватило. Мы об этом сильно с вами не переживали, потому что какого-то 82% у нас по еде. Это не сильно хорошо на нас сказывается. Так, и смотрим с тобой дальше по ящикам. Что у нас там было? Так, каменный нож мы, конечно же, заберем, пока... Там кто-то едет или кто-то летит, я слышу. Так, газировочку мы тоже забираем. Шляпа нет, шляпу мы пока здесь оставим. Крекер, еще выпить, давайте выпьем, немножко себе эти все силы подтянем. Да? Да. Я тоже так думаю. Так, забираем нож. И нужно пробежаться здесь плоскогубцы. Так, вот здесь у нас был, смотри, пистолет HS. Блин, это дело на самом деле хорошее, но он нам не влезет, да, сюда? Ну, конечно же, нет. Так, ладно, курточку я пока оставлю. Ну, возможно, я ее просто, если будет сильно жарко,
под что-нибудь одену. Это что такое, глушитель для СВД? А там был еще магазин для СВД. Ну, конечно, место жирное такое. Новый сервер, новые жирные места. Хотя лут X3, по-моему, здесь. Вот, но из-за того, что я зашел, скорее всего, после рестарта, здесь у нас все свеженькое, все хорошенькое. Блин, отверточка. Давай карту я, наверное, пока нажму вот так вот уничтожить. Потому что она мне сейчас все равно в ближайшее время, скорее всего, не пригодится. А если что, мы с тобой перевыпустим новую. Блин, сколько здесь всего. Там молодой человек у нас лежит. Так, М1911. Да что ж ты будешь делать? Так, ладно, заберем пока. Молодой человек, просыпайтесь. Просыпайся. Просыпайся, пухляшка. Лежишь, ни о чем не знаешь, а я уже на сервере, я уже тут. Да-да-да-да-да-да-да. Видишь, да, пинг какой? Удары проходят, а удары не проходят. Сейчас мы рюкзачок найдем, я возьму какую-нибудь катану. Я возьму что-нибудь интересное. Да что ж ты такой пухлый? Прям до последнего сопротивляется, не хочет у нас умирать. Блин, и мне пистолеты эти бросать, знаешь, как не хочется. Ой, как не хочется. Если бы ты только знал. Так, ночное видение. Ничего себе, магазин VHS. Так, магазин VHS это до сих пор тот же. Так, у нас еще один лежак тут есть. Возьмем броник, потому что что? Ну, защита в первую очередь. Давай, вставай. Главное, чтобы их много на меня не накинулось. И по-хорошему... Ох, пинги, пинги. Так, по-хорошему нам бы нож какой-нибудь здесь сейчас найти, потому что вот этим каменным это, конечно, позорище максимальное. Давай, 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 давай. Одним словом, Сережа какой-то. Так, блок 21, 41 патроны. Блин, вот это вот вообще очень супер круто. Так, как бы сделать? Давай мы тогда воду, еду выкинем, возьмем пистолет с собой. Так, а зарядить мы его не можем, да? Ну-ка. 21 же как раз 41-ми стреляет, ну-ка. Да. Блин, а как бы сделать? Как бы все это сделать? Ладно, вот тебя мы выкидываем, тебя мы сюда, нож мы пока сюда. Побегаем, побегаем с пистолетом, посмотрим, поищем калаш. Ай, блин. Слушай, хорошее место. Хорошее место. Я нашел топор. Топор вообще даже замечательно. Все, мы нож с вами выкидываем. Будем бегать пока с топором. Но я думаю, мы сейчас что-нибудь найдем здесь поинтересней. Знаете, лута даже как будто бы многовато. Как будто бы мне хотелось даже немножко поменьше. Да? Ну, по всем абсолютно ящикам мы, наверное, ходить не будем. Выбираем самые сочные, самые интересные. Это что такое? Это у нас рюкзачок, да ладно. Маленький, школьный, но все равно пусть будет. Мы сюда, наверное, пистолет с вами уберем. Поставим его на тройку, на четверку. А, на двойке у нас топор стоит, все замечательно. Замечательно, рюкзачок у нас есть. Мы уже с вами лутаемся. Между прочим. Так, давай быстренько здесь глянем. Очки нет. Здесь опять очки. Непонятно, некоторые здесь... совместные, а некоторые нет. Ну ладно, спички нам тоже пока с вами не нужны. Скорее всего, не пригодятся. Я как будто бы кого-то там слышал. Так, вот здесь вот есть отмычка. У меня есть отвертка. А здесь у нас где-то должны быть совершенно рядом какие-то сейфы, да? Ну, скорее всего, в соседнем здании, но мы туда сейчас с вами сходим. Так, блок 21, еще один. Но он 100%, этот 90%. Сейчас мы найдем еще, скорее всего, магаз к нему. Мы вот, кстати, я не помню, мы его видели или нет. Попадался ли нам магаз? Так, магаз для VHS мы тоже заберем. Вдруг нам попадется VHS. Почему бы, как говорится, и нет. Это что такое? Мотоциклетная маска. Ну-ка, выглядит круто, нет? Блин, не то нажал. Да, выглядит неплохо, поэтому мы ее оставим. Так, что у нас есть в роботах? В роботах у нас есть гвозди. Продолжаем дальше смотреть замок. Давай мы заберем. Возможно, он нам пригодится. Сделаем где-нибудь небольшой схрончик. Так, я надеюсь, просто здесь сейчас пока никого нет.
вроде как было тихо. И у нас будет время немножко с вами полутаться. Так, патроны мы пока лишние не берем. Вот это вот все не нагребаем. Отлично, смотри, что. У нас есть кобура, тогда мы это выкидываем. Здесь мы взять в руки и разрядить. Да, разрядить. Все, патрошки мы забираем. Сюда их складываем. Блок 21, да, все хорошо. Ну-ка на троечку. Берем, заряжаем. Хотя бы один патрон, но у нас с тобой уже есть, правильно? Да, я считаю, это небольшим везением. Так, ну 5.45 еще патрошки какие-то есть. Ну-ка иди сюда. Проверим, насколько быстро я тебя могу топором раскидать. Ну, уже хорошо. Уже хорошо, и очки славы у нас растут. И я напомню, чтобы в магазине нам что-то купить, нам с тобой нужно очков славы, ну прям побольше. Так, это что такое? Мотоциклетные очки. Блин, выглядит тоже хорошо. Так, а я здесь еще не все долутал, да, по-моему, с этой стороны? Давай посмотрим. Тебя проверим. Патроны 38. 38 нам не особо нужны. Этот у нас не лутается почему-то, робот. Так, здесь. Здесь что-то по мелочи есть. РПК-магазин. Так, РПК-магазин на вот эту штангу подойдет? Да ладно. Так, 5.45 на 39. Это у нас вообще на что патроны идут? Я вот не помню. АКСУ? Да ладно. Да ладно. А сюда они подойдут, интересно? Ну-ка, подожди-ка. Давай мы возьмем вот так. Это мы перекинем сюда. Возьмем барабан в руки. Ну-ка. Нет, ты не хочешь, да? Сюда грузиться. Но очень печально, ладно. Давай мы пока это так оставим. Ну, это уже шикарный намек на то, что у нас будет распиздос какой-то. Я тебе говорю. Уж очень сильно будет залутанный сервер. До невозможности. Пострелять мы с тобой точно сможем. Так, коллиматорный прицел. И еще одни очки ночного видения. Но мы их с тобой не берем. Не берем, а здесь, по-моему, что-то нет. Я думал, здесь могут быть какие-то ящики. Прицел AIM Pro, блин, шикарно. Сейчас мы везде и на все оденем с тобой. Так, 9-миллиметровые нам не нужны. Так, магазин для вала тоже пока заберем. Обожаю магазины. Они хорошо стоят и немного места совершенно занимают. Так, порох, это понятно. Это нам не надо. Это нам тоже порох не надо. Что такое один порох? Один порох и одна шапка. Блин, завод хорош. Мы пробежали с вами только один ангар. Так. Еще один чудик у нас. Иди сюда. Я тебя, надеюсь, уже побыстрее тут запедалю. Так, подмога, подмога. Баба ивоная. Ивоная баба пришла. Так, еще кто-то там орет. Да ладно. Что за семейка бомжей у нас тут какая-то нарисовалась? Все? Спокойны? Все хорошо у вас? Смотри, к чему. Напали на меня неистово и сильно. Ну ладно, с топориком уже жить можно. Смотри, я их подраскидал, но разлутывать я буду всех, потому что мне нужны сейчас очки славы. Без них никуда. Без них никуда. В любой магазин, если мы сейчас с тобой зайдем, там нам нужно будет что-то докупить, а очков не будет даже на магазин. Вот, чтобы купить что-то из еды. Так, ладно, хорошо. Опа-на, подожди-ка, сумочка какая-то или что? Нет, маска. Маска мотоциклетная тоже не пойдет. У них какая-то проблема тут прям с штаниками. Штаников я прям не вижу. Так, ну сейчас подожди, походим, может быть что-нибудь найдем. Так, здесь вряд ли что-то будет, кроме пинбоксов. Да, даже не вижу смысла смотреть. А здесь могут быть отверточки, и она у нас присутствует. Так, погнали. Погнали смотреть дальше. Здесь мы с тобой уже были, ходили, смотрели. Так, маска. Вон там у нас нет, никто не лежит. Я думал, там кто-то лежит. Так, еще одни мотоциклетные очки. Тут прям, видимо, на мотоциклетную моду у нас большой спрос. Так, мы хотим в туалет, да? Ну ладно, подожди, ждем. Чуть-чуть, терпи в себе, все в себе. А, блин, здесь выйти можно было.
Так, давай посмотрим, Да, давай. Быстренько сходишь в туалет, и мы с тобой бежим дальше, потому что место явно такое, что сюда придут люди. Поэтому нам нужно быстро пробежать его насквозь. Максимально одеться и затариться потрошками какими-нибудь. Так, болты нам не нужны. Конфеты Боб я тоже не беру, потому что у нас сейчас в нас там много всего переваривается. Так, это в итоге один ящик, да, вилы. Вилы тоже не совсем комфортная для нас вещь. Так, вон тут у нас еще один ангар остался, но я бы забежал еще вот сюда. Чтобы уже в эту сторону особо нам не возвращаться. Давай, открывай. Ох, блин. Здесь должна быть красота. Так, иди сюда. Пухляш, я тебя сейчас сразу встречаю. Просто серии комбо. Не забываем периодически прислушиваться. Так, здесь у нас должно быть прям хорошо по патронам. Ну-ка, ящички здесь у них, потому что конвейер какой-то по производству. Вот, и что-то должно быть. Так, добавить уронить, а если мы это к себе забираем поближе, мы не можем, да, его отремонтировать. Нужен точильный камень здесь. Ну ладно. Точильный камень, это тоже неплохо. Так, UMP-шки 45, вот эти мы забираем. Мы, кстати, их можем объединить, да. Все, я много в этом сезоне с собой не набираю. Вот, набираю только такое нужное, и что чисто теоретически мы можем с вами встретить. Ну, допустим, вот UMP-шки довольно-таки часто встречаются, поэтому мы берем для них магазины. Все остальное, ну, это как минимум на продажу. Оу. Блин, 38-й, он хорош, но нет. Пятизарядный не очень. Так, экспериментальный прицел нам тоже не нужен. Блять. У нас здесь кто-то пикает. Вон он наверху лежит, смотри, чё. Так, ладно, я не буду его дразнить. Я надеюсь, он меня не услышит. Особо стрелять мы с вами не планируем. Так, кобура у нас такая же есть. И тека, да? Тека. Тека тоже вариант, кстати, неплохой. Ну, или хотя бы на продажу. Я не знаю пока. Мы с вами только начинаем. Ничего не могу сказать, где у нас что будет. Где нам повезет, где нам повезет не особо. Возможно, мы отсюда с вами даже и выйти не сможем. Ля. Обосрался я. Обосрался, причем так хорошо. 38-е патроны, это, кстати, вот для того 38-го. Блин, ну он бы неплохо стрелял-то на самом деле. Ну ладно. Или возьмем все-таки его. Давай возьмем этот 38-й. Да? Че нам этот тека, если у нас нет даже под него магазина? Так, давай мы тогда забираем с тобой 38-е. Вот, и здесь этот 38-й сейчас найдем. Где-то он у нас был. Да, ну вот он. Так, давай тогда пробовать. Ну-ка, зарядить ли я смогу его вообще? Ну-ка. Да. 8 патронов как минимум, но здесь я еще по ходу дела видел. Всяко разно, поэтому думаю, будет хорошо. Так, ладно, все, вот эти пистолеты мы тогда пока выкидываем. Заберем 38-й. Вот, будем стрелять из него. Да, все по хардкору. Все по-серьезки. Так, дальше. Где-то у нас должны быть ящики, да, настенные. Здрасте. Так, здесь торпеда. Потому что у нас завод непосредственно торпеды с тобой. Так, я, кстати, не знал, что он называется торпеда. Ну, что-то быстро ты, мой маленький... Хейтер откис. Ладно, ничего страшного. Так, давай смотреть. Для вала магаз, но нет. Мы пока это все дело не берем. Я и так чувствую, что большое счастье, что мы здесь хотя бы рюкзачок с вами нашли.
Так, рейка для 19-11 тоже, наверное, пока не нужна. Бушман, да ладно. Домой ты хороший. Бушман мы с тобой забираем. Прицел мы тоже заберем. Возможно, его просто продадим. А может, мы сейчас найдем ящичек себе немного побольше. Так, здесь у нас ничего не лутается. Но там дальше еще много мест, в которые мы с тобой можем заскочить. Так, перчатки, починка. Еще один прицел, да ладно. Тут прям у них на прицелы очень богатая ситуация. Так, газовая граната. А давай мы ее заберем. Газовая граната? Может пригодиться. Ага, это ЕМП-граната. Это, то есть, все механическое мы можем с тобой останавливать. Так, я слышу, что здесь кто-то ходит за углом буквально. Если это игруля, это будет интересно. Если это не игрок. А где ты? Где ты, мой маленький? Так, а ворота открыты. Так, не орем. Не орем, пухляш. Все хорошо. Ля, еще один. Испугался я тебя. Бежит, орет, возмущается. Страшно. Так, а вот здесь у нас что? Здесь что-то интересное явно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ничего тут интересного. Ничего тут интересного нет. Убегаем. Убегаем на максималках. Просто чешем отсюда. Он меня потому что догонит. Блять, еще один. Еще. Да ладно, да вы что? Ну серьезно, ну-ка. Блин, ну 38-й что-то я не особо как-то с ним дружу. Так, 4 из 6, правильно? А мы еще подзарядить с тобой можем туда? Нет? Нет. Ладно. Побегаем пока с пистолетом, попривлекаем внимание, да? Почему бы нет? Он где-то орет. Тут рядышком прям. На нахрен. Так, а здесь, я думаю, много чего есть. Да ладно, вайпер какой-то. Смотри, огромный. Огромный вайпер и змей. Блин, а у них какие патроны? Мне просто 357, да? И М357. Блин, я бы такими попользовался. Я бы такими подстрелял. Они стопудово бошку отрывают прям на раз. Так, еще один прицел. Но я уже не могу ничего взять, ребята. Мне нужно какое-то... какое-то некое вместилище. Так, патроны 44-х коробка. Блин, звучит неплохо. Так, давай маленькие вот эти здесь проверять. Стопудово будет что-нибудь интересное. Рюкзака вряд ли в них, конечно, будет. Мне кажется, в таких маленьких предметах рюкзаки не спавнятся. Так, еще один барабан. Но нам пока, в принципе, одного хватит. Так. Начато какое-то событие. Ладно, событие, конечно, это хорошо. Ну-ка, иди сюда. Ну, мне так, чисто по приколу хотелось. Я думал, отстрелит он бошку или нет. Но в итоге нет. Так, мне нужен рюкзак. Мне нужен рюкзак, и давай я, наверное... возьму в руки все-таки топор. Потому что, ну, это слишком громко. Бензопила. Бензопила, это хорошо. Но мне некуда все это дело пока складывать. Я хочу найти оружейные ящики. Я видел там кувалду, да, но... то, что сейчас у меня, оно по имбове кувалда будет. Маленький легкий топорик, который просто кромсает на раз. Так, гвозди, гвозди, это все понятно. Так, красотка, чё стоишь?
вахтерша моя сладкая. Оружие для рукопашного боя у меня эксперт, да. Я знал, что мне придется какое-то время первое страдать, поэтому я тебе выставил сразу начальное положение по эксперту. Ну, практически там был эксперт. Немножко мы не дотягивали, но сейчас на самом деле очень быстро добили все это дело. Так, 45-е. Блин, я не знаю, вот эти вот я, наверное, выкину, возьму еще одну отвертку. Где-то же у нас здесь были, ящики на стенах, я это помню. Мы сейчас должны с тобой до них дойти. Как раз перед тем, как у нас наступит ночь, я думаю, пару ящиков мы хотя бы откроем. Так, убегаем. Убегаем с этой территории. Потому что я слышал пикающего засранца. Прям здесь, прям недалеко. Он у нас был. Так, сюда мы с тобой тоже заходили, здесь смотрели. Пойдем, наверное, в первый. Так, еще одна у нас. Очень приятные вот эти маечки. Мне прям максимально нравятся. Надо такой нам будет обзавестись, чтобы мы на моде, на стиле были в такие в обтягаечки, да? Я тоже так думаю. Так, Кока-Кола, это все понятно, это нам не нужно. Нам нужно только оружие, штаны и большие какие-нибудь рюкзаки. Вот большой рюкзак, я бы вообще не отказался от него. Опять Кока-Кола, смотри что. Так, еще один взорвался, я аж прям дернулся. Засранец такой. Так, вон там мы не были, да, с тобой, по идее, походу. Так, ладно, ладно, ладно. Блин, здесь столько всего, мне хочется унести все. Мне хочется прям все забрать. Все забрать, все себе. Так, давай здесь еще поищем гвозди. Откуда в роботах вообще могут быть гвозди, вы мне скажите? Так, а в этих почему-то вообще ничего нет. И в этих ничего нет. А в отдельных ногах, смотри, что есть. Но опять же болты. Болты, которые нам не нужны. Так, а здесь мы с тобой были? По ощущениям, как будто мы здесь были. Да. Мы сюда заходили, вот здесь робота... робота-зомбака какого-то разделали. Вот, давай пройдемся еще вот здесь. О, короткие шорты. В принципе, почему бы и нет? Они немножко нам слотов хотя бы добавят. Так, здесь ничего интересного. Вот здесь мы... Блин, ангары все, знаешь, на одно лицо. 38-е трассерные. Они нам не нужны. Все ангары плюс-минус идут на одно лицо. Вот так, здесь есть шляпа. Там у нас еще какой-то говнюк смеется. Ладно, не страшно, переживем. Сейчас я быстро еще просто посмотрю. Давай большие ящики смотреть, маленькие. Маленьких стопудово будут какие-то патроны, что-то такое, но мне сейчас его некуда. Некуда просто ни одеть, ни всунуть. Нам нужен побольше ящик. Так, роботы, которые не полные, мы их с тобой можем лутать. Так, ты где? Ты где? Не надо, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо, давай там сам как-нибудь взорвись. Да ладно, да нет. Да нет, он решил со мной это сделать. Так, отбегаем, отбегаем. Сразу берем пистолет. Бум! Вот так вот мы решаем здесь вопросы, да? Это вам Лиза Кувалда, это не просто так. Так, давай, 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 давай. Где? Где ты там? Орущий красавец, мы беги сюда. Так, опа-на, пролаги какие-то состоялись очень серьезные. Так, а здесь у нас набор для ремонта и обслуживания оружия. Мы его тоже забираем. Еще одна отверточка, мне их уже складывать некуда. А, вот, смотри. Пришел наш звездный час. Ты где орешь тут? Иди сюда. Вот так. Да, мой маленький, да. Я эксперт по оружию, по рукопашному бою. Так, смотри, что у нас здесь есть, где потратить отверточки. Мы сейчас с тобой это сделаем, и как раз есть отмычка. Давай, давай проверять, пробовать. Ну-ка. Нашу удачу. Возможно, здесь будет что-то хорошее и интересное. Блин, 2 ЧС, а у меня был по 2 ЧС магазин.
Правильно? Я же правильно понимаю? Так, давай мы топорик сейчас оставим, я хочу попробовать. По 2 ЧС у нас магазин подойдет, у нас подходит магазин еще и по 2 ЧС. Где нам носить теперь топор, я даже не представляю. На 2 ЧС какие патроны идут? Так, 5,56 натовские, да? Звучит, конечно, хорошо, но у нас нет ни того, ни другого. Так, это нам придется топор пока в руке носить. Ладно, открываем дальше. Возможно, мы с вами найдем где-нибудь рюкзак. Шансов, конечно, мало. АК-15. Блять, оружие тут, конечно, до жопы. Я чувствую, что у нас с вами будут хорошие бои. Да, но нам все равно цель одна. Найти самолет и свалить отсюда нахрен просто. С этой карты. Так сказать, нам нужно достичь того момента, чтобы Лиза перманентно выжила. Так. Есть еще один. Хорошо. Ну-ка, и это у нас, блин, пулемет. Пулемет и, наконец, шлем нормальный. Ладно, шлем мы оставим. Пулемет, я не знаю, что с этим делать. Мне дико хочется это все забрать с собой. Мне некуда это все дело складывать. Вот в этом огромная проблема. И у меня нет патронов. Я не знаю, что мне в итоге подойдет. Подойдет ли мне пулемет? Эй, а что это мы первый раз не откроем сейчас с тобой, что ли? Нет. Так, еще один АК-15. Да ладно. Я ни в одном бункере, наверное, столько не видел, сколько здесь. Но если мы сейчас с тобой найдем... Так, клеймор мина. Отлично, да? И ТКМ-9. У нас дохрена всего, но некуда это все дело складывать. Давай походим, посмотрим, может какой-то рюкзачок нам все-таки сейчас с тобой достанется. Блин, а может АК-15 взять? Но на АК-15 не подходит РПКшный магазин, да? А вот этот ВЧС натовский мы, наверное, оставим здесь с тобой. И заберем пулемет. Пулемет, даже если на продажу, он явно будет подороже стоить. Да, ну хотя бы так сейчас с тобой. Так, гаечный ключ это нам не нужно. И у нас, кстати, темнеет. Перчатки, ничего там больше интересного не было. Так, порох. Порох тоже оставьте себе. Там еще один бегает. Ты представляешь, там бегает еще один. Так, ну у нас есть нож, да? Мы с тобой теперь ходим с ножом. Так, вот эту гранату мы с тобой здесь оставим. Она нам пока не нужна. Возьмем на четверочку нож, потому что от топора нам пришлось с тобой избавиться. Забираем чисто нож. Так. Рюкзак, пожалуйста. Так, вот здесь какие-то есть ящики. Шкафчики, шкафчики. Дайте мне, пожалуйста, большой рюкзак. Мне очень надо. Вам уже особо не пригодится. Это что такое? Нет, такие ботинки нам не нужны. Беруши у нас тоже с тобой есть. Так, это нам не надо все. Блин, один рюкзак, ребята. Это же не сложно. Нет, прикинь. Я так рассчитывал на какой-нибудь рюкзак большой. Ну, потому что как бы вроде есть все, но нет большого рюкзака. Так, это что такое? Мотоциклетная маска? Она у нас сейчас с тобой есть. Так, здесь что? Здесь тоже большая куча ничего. Но там он еще впереди, конечно, есть склады какие-то. Так, канистра бензина. Если что, я нож возьму. У меня есть, да, куда складывать? Так, а нам нужно, получается, с тобой вот сюда. Возможно, он нас и не увидит. Так, магазины, но это нам тоже не нужны. Нам нужны единственное 38-е патроны. 38-е патрошечки. Потому что у нас осталось их крайне мало. И очень уже сильно темнеет. Так, набор для ремонта инструментов. Здесь всякая ерунда. Здесь тоже ничего интересного. Я помню, просто здесь тоже, по-моему, где-то шкафчики должны быть. Где-то должны быть шкафчики, я до них хочу дойти. Так, ночное видение еще одно, смотри к чё. И яйцо. Блин, звучит, конечно, очень аппетитно.
Ну ладно, мы не берем. Мы не берем, мне нужны ящики и шкафчики. Так, 357-е уже не актуально. Потому что мы не взяли ни один 357-й пистолет. Хотя он, блин, шикарный. Он прям бошки в раз отстреливает. Глушитель М1. Я бы забрал все оружие, которое там было. Но мне некуда его складывать. А на рюкзаки, как вы видите, не везет вообще. Максимально практически. Так. Блин, а у меня ночное видение заряжено вообще, нет? Нет, нужна батарейка. Само по себе она работать не очень хочет. Блин, а тут прям огромный склад, да, какой-то? Ну ладно, мы с тобой все собирать не будем. Чисто глянем, посмотрим, что есть в округе. Так, еще один жилет бронированный. Кстати, можно его одеть, он по цвету нам больше подходит. Так, 19-11 мы с тобой не забираем. Мне кажется, вон там могут быть где-то рюкзаки. А возможно и нет. Так, подожди, а это какие патрушки были? 357-е опять же. Блин, звучит, конечно, хорошо. Ребята, хоть один рюкзачок мне большой подкиньте, но это же не дело. Я с этим школьным далеко не уеду. Так, есть еще одна отверточка, это очень хорошо. Маски и все остальное, блин, это нам не подходит. Так, здесь я смогу наверх или внутрь как-нибудь зайти? Да? Нет? Нет, к сожалению, блин, а я сейчас нырну, там, наверное, нигде не выплыву. Все, тогда мы с тобой чешем обратно. Давай, давай, прыгай. Обходи, ладно, раз прыгать не умеешь. Бля. Я испугался, я думал, там человек, это от крана просто вот эта вот петелька была. Но здесь, блин, как-то особо... Это на что? 5.45, да? 5.45, кстати, это нам не для пулемета случайно? Мне кажется, может подойти. Так, ножик берем. Иди сюда, я мастер рукопашного боя. 3 удара, все, и ты в нокауте. Я бы хотел бы штаны. Так, магазин для М9. По-моему, вот здесь у нас есть. Либо это оружейные ящики, да. Либо все-таки может быть что-то под вещи. Да, вещи тут тоже можно находить. Поэтому мы с тобой смотрим. Раз ящик, два ящик, три ящик. 4 ящик. Блин, ничего такого нет. Опять кобура. Опять кобура, которая мне не нужна. У меня уже есть, ребят, спасибо большое. Так, сверху еще вот какой-то офис. Давайте туда забежим. Посмотрим. Да, у нас есть шкафчики. В шкафчиках у нас могут быть... Могут быть штанишки. Хотя бы какие-нибудь. Так, ладно, шоколадку я заберу. Я ее сейчас попозже захомячу. Так, берушки тоже нет. Блин, противогаз. Мотоциклетное что-то. О, Дима, хорошее. Да иди сюда. Иди ж сюда. Давай, давай. Я профессионал. Я профессионал по рукопашным делам всяким. Так, кстати, пинбоксов я что-то за последнее время не наблюдаю. Возможно, с пинбоксами тоже идет какая-то проблемка. Нехватка, потому что сейчас на серверах, но я не знаю, на которых я, по крайней мере, бегаю, с пинбоксами не все так хорошо, как могло бы быть. Так, эти ящики я даже смотреть не буду, потому что... Одежды в них явно нет. Ну ладно. Давай посмотрим, может действительно пинбоксов хотя бы коробочку найдем. Нет, ладно. Ну нет, так нет. Дальше, 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 дальше смотрим. Нам осталось здесь совсем чуть-чуть. Глушитель. СВДшный, да, по-моему, был? Подожди, а это что за глушитель был? Так, глушитель на М1. Сюда он нам никуда, да, не подойдет? Ну ладно.
Так, а это для СВД. Блин, а СВДшный, может, нам подойдет? Давай проверим. Блин, а я вот сейчас нож никуда положить не смогу, да? Это очень плохо. Так, СВДшный глушак нет. Никуда сюда не подходит. Так, из рук убираем. Нож в руки, пожалуйста. Блин, опять же, хлама какого-то набрал, который мне в целом не нужен. И я такой... я типа запасливый, возможно... Возможно, мне что-нибудь пригодится, либо хотя бы на продажу. Просто очень хочется что-нибудь продавать, чтобы какая-то минимальная наличка у нас была с вами. Так, здесь мы, по-моему, ходили, ничего интересного не было. Давайте выходить туда, на левую сторону. Так, Лиза, давай-давай. Беги, булочки качай. Так, ну, в принципе, у нас осталось одно офисное здание. Ну, что здесь можно найти? Скорее всего, ничего адекватного. Да, какие-то ботиночки красные, но тоже они мне не особо интересны. Ладно, здесь мы уже ничего с вами делать не будем. Мы с вами побежим дальше. Скорее всего, в другой город, на другую точку. Вот. Но это уже будет, скорее всего, в следующей серии. Дорогой друг, не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать. А Лиза ждет тебя буквально скоро в следующей серии.